отправляется во взрослую жизнь. В учебных заведениях началась пора государственных экзаменов. Для выпускников Архангельского музыкального колледжа важно не только продемонстрировать, чему научились. Необходимо показать артистизм, умение держаться на сцене. Накануне экзамен сдавали студенты отделения вокального искусства. Выпускная программа отделения вокала представляет мини-концерт. Солист должен исполнить несколько произведений разных стран и эпох. Так что студенты, пока готовятся к экзаменам, не только оттачивают мастерство исполнения, но и становятся полиглотами. Поем действительно на разных языках, чаще всего на языке оригинала. Поэтому вот, например, Шумана я пела на немецком, хотя немецкого не знаю, мне мама помогала. Итальянским я владею, поэтому на итальянском что-то тоже было исполнено, на французском, на русском языках. Мне кажется, программа достаточно разнообразная. Кто какими возможностями обладает, тот на стольких языках поет. Для творческих специальностей роль играют не только знания и умения, но и внешний вид. Выпускники обязаны превосходно выглядеть. Ну, безусловно, потому что академические вокалисты, вообще вокалисты, это совмещение такое и актерской стези, и исполнительской. Получается, что ты выходишь как актер, и сначала тебя встречают именно по внешнему виду, и только потом уже в процессе получается, что либо ты звучишь, либо ты доставляешь удовольствие публике, либо нет. Да, я думаю, что внешний вид очень важен, и прежде всего для актера, для самого, для исполнителя, потому что это помогает вжиться в образ. Экзамен для артистов всегда праздник, а в этом году двойной. Выпуск 2015 юбилейный. Архангельскому музыкальному колледжу исполнилось 80 лет.